Предварительное следствие завершено. Депутат Совета Заполярного района предстанет перед судом. Он обвиняется в сбыте наркотиков. Свою вину на допросе обвиняемый признал. В Следственном комитете России по Архангельской области и Ненецкому округу завершено предварительное следствие по уголовному делу о сбытии наркотиков. Фигурант дела – депутат Совета муниципального района Ненецкого округа. Он обвиняется в незаконном сбытии наркотического средства в значительном размере. По версии следствия, в подъезде жилого дома в городе Нарьян-Маре обвиняемый сбыл наркотическое средство гашиш общей массой 4,73 грамма местному жителю за 10 тысяч рублей. Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности Регионального управления ФСБ России по Архангельской области и отделом по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по Ненецкому автономному округу. В ходе допроса обвиняемый свою вину признал. Следствием собрана достаточная доказательная база, уголовное дело направлено в суд. Уголовный кодекс Российской Федерации за незаконный сбыт наркотического средства в значительном размере предусматривает наказание на срок до 15 лет лишения свободы.